Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 41, Кришна вступает в Матхуру, продолжение. Какова цель чтения этих игр Верховной Личности Бога? Это высшая цель на самом деле. Высшая цель развития духовного. Все действия Верховной Личности Бога трансцендентные. То есть они располагаются в вечности, в знании, в блаженстве. Несмотря на кажущиеся противоречия этих действий, Кришна убивает демонов, защищает преданных. Противоречивое действие. Если он трансцендентный, всеблагой, то есть противоречие, кого-то убивает, кого-то защищает. Сам говорит, я прихожу, чтобы паритраная садху нам, защитить садху. Винашая чадушкритаму, наказать грешников, безбожников. Но делает он это так, что получает благо все, без исключения. Какое это отношение имеет к нам? Да, Кришна может так делать. Наши события жизни отличаются от лил Кришны. И мы изучаем эти лилы Кришны для того, чтобы также обрести это сознание Кришны, видеть высший смысл во всех происходящих событиях нашей жизни, в которой есть противоречия, кажущиеся, из-за иллюзии, двойственности. Если мы изучим эти игры Кришны и погрузимся в эти лилы сознания, мы сможем узнавать Кришну в нашей жизни тоже. Там много живых существ участвует в этих лилах. Мы тоже можем участвовать, быть частью. Наша жизнь должна быть связана с этим также, стать частью этих игр, событий. Например, Санкиртана лила. Это движение Санкиртана Господа Читания. Мы участвуем в этом сейчас. Вот в Кали-Югу, вот в разную погоду, в марафоны, так или иначе, в этих обстоятельствах, в этих событиях нашей жизни мы участвуем в движении Санкиртаны. И мы начинаем сознавать Кришну. В этом смысл такой деятельности — сознавать Кришну, узнавать Кришну. Иногда мы не узнаем Кришну. Как Махараджа Парикшит, он оскорбил мудреца, он совершил такой поступок неприятный. И получил проклятие в результате, неадекватное. Но был незрелый браман, вот в чем дело, который проклял его. И таким образом есть странность в этом поступке. Махараджа Парикшит проклял, то есть совершил оскорбление брамана. И получил проклятие в форме смерти, неадекватное совершенно. Незрелые люди, они всегда пытаются наказать вышестоящих сверх меры. Что на них ответственность очень большая. Даже маленький проступок может вот такие последствия иметь, если общество незрелое. Незрелое. И некоторые преданные спрашивают, а как Махараджа Парикшит мог совершить такой плохой поступок? Оскорбить брамана, а если он Раджа Риши? Но он не вытерпел жажды, вот обиделся и вот взял и отблагодарил мудреца, повесив ему дохлую змею, мертвую змею на шею. В знак благодарности, так сказать. То он с издевкой это сделал. И тем не менее, вайшнавы видят, что это произошло по воле Господа. Если рассматривать события в целом. По одному движению вы танцы не увидите. Нужно целиком увидеть все. Вот это и есть сознание Кришны. Итак, в моей жизни могут быть события приятные или неприятные, но по одному этому моменту я не могу понять, что происходит, и делать выводы. Потому что все, что с нами происходит, на наше благо, на очищение. И вот Юдхиштхира, он не знал, как принимать царство. Столько людей погибли, Боже мой. Он и до этого переживал. А когда уже погибло столько людей,
Его ставят на царство. Представьте, он испытывал радость, думаете? Он опустошение испытывал, не знал, как он примет бразды правления в таком состоянии. Как он посмотрит этим всем вдовам, вот этим женщинам, которые остались, да, без мужей. Этим потомкам, которые он уничтожил, их отцов, прадедов, дедов, вернее, друзей и так далее. Он ими управлять теперь будет. Таким образом? Как? Даже Кришна не мог его успокоить. Бхишмадев напомнил ему одну вещь. Говорит, ты четыре раз знаешь одну вещь. Он был на смертном одре. Он не говорил лишних слов. Говорит, ты четыре. Бери управление в свои руки. Потому что все, что с вами с самого начала происходило, кстати, преследование, вся ваша история, это было задумано Кришной с самого начала. О, вот что забыл Юдхиштхира. Так же, как Арджуна забыл что-то перед началом битвы. Все забывают Кришну. Чтобы не забывать Кришну, мы читаем эти регулярно, эти повествования, то, что Ясадева дал как заключение, выше даже заключения. Это Шримад Бхагаватам, Шримад Бхагаватам. Это книга о преданных Кришне и об играх Кришны. Чтобы мы могли также обрести квалификацию, узнавать Кришну в своей жизни, в своем доме, в своей работе, в своей деятельности, в этих отношениях, которые всегда сложные. Господь Кришна медленно проходил по улице Матхуры, своей улыбкой сердца ее обитательниц. Да, на одной из улиц Кришны Баларама увидели человека, который зарабатывал на жизнь тем, что стирал и красил одежду. Прачка. Вы знаете, кто это в прошлой жизни. Есть его история. Это необычная личность. Прошлая жизнь критиковал Господа Рамачандру. С позиции шастр. Нравственности. В этой жизни он снова увидел Кришну, смотрите. И снова будет его критиковать. Сознание Кришны — непростая вещь. Не думайте, что если мы увидим Кришну, все сразу же решится. Нет, это зависит от преданности. Мы Кришну видим и так сейчас, но не сознаем. Это от бхакти зависит в сердце. Пока я чувствую какую-то неприязнь к чему-то, двойственность, я не могу увидеть Кришну должным образом. Этот прачка критиковал Рамачандру за то, что тот принял ситу после того, как она была у другого мужчины вообще, у Раваны, долгое время. Он это высказал своей супруге, которая где-то ночь ходила. Он сказал и сравнил этот поступок с поступком Господа Рамы. Я тебе, говорит, не Господь Рама, не Рамачандра. Я такие вещи делать не буду. Это он, вот нарушитель дхармы. Он свою жену принял, хотя она отсутствовала у другого мужчины где-то было столько времени. Это было в прошлой жизни. Когда Рамачандра это услышал, он отправил ситу в лес. Чтобы освободить даже этих людей от плохих мыслей. Это был Господь Рама. Защитник, ну, своих подданных. Это был его город Айодхи. Все были под его защитой. Чтобы защитить вот эту проблему, он свою жену отправил в лес. И получается так, что жители Айодхи прокляли этого прачку за этот поступок. Что очень любили ситу и раму. Они понимали все по-другому, трансцендентно. А эта прачка не понимала всего еще. И вот смотрите, этот человек зарабатывал на жизнь тем, что стирал и красил одежду. Кришна попросил красильщика дать ему какой-нибудь достойный наряд и обещал, что если тот даст ему ткань самой красивой расцветки, то будет щедро вознагражден, ему всегда будет сопутствовать удача. Кришна, разумеется, не был нищим и не нуждался ни в одежде, ни в ткани. Своей просьбой он давал понять, что каждый должен быть готов исполнить любое его желание. В этом суть сознания Кришны.
Любое желание Кришны, не только которое нам нравится, но и которое нам не нравится тоже. К несчастью, красильщик оказался слугой Камсы и отверг просьбу Верховной Личности Бога. Таков результат общения с дурными людьми. Красильщик мог бы немедленно дать одежду Верховному Господу, который к тому же обещал ему за это всяческие блага. Но, будучи слугой Камсы, грешный демон не пожелал исполнить просьбу Кришны. То есть он уже, видите, эти качества приобрел в служении Камсы плохие. Стал плохим. Если кто-то хороший, он может стать плохим. Каждый из нас, любой человек. Тут нужно быть очень внимательным в материальном мире. Прабхупада говорит, что низшие гуны очень опасны. Особенно нужно следить за умонастроением. Пока мы не увидим всех преданных святыми, ум еще не чист. Вместо того, чтобы обрадоваться, он пришел в гнев и наотрез отказался что-либо ему дать. «Как ты смеешь просить у меня вещи, предназначенные для царя?» Воскликнул он и принялся отчитывать Кришну и Балараму. «Вот что, друзья, впредь никогда не посягайте на вещи, которые принадлежат царю, а не то его слуги схватят вас и жестоко накажут. Такое не раз случалось на моей памяти. Каждого, кто покушается на царскую собственность, ждет суровое наказание». Мы знаем, что есть собственность государства, неприкосновенное собственное государство, но на самом деле это собственность Бога. Вот что забывают люди в государстве, когда строят сильное государство. Вот все спотыкаются на этой ловушке. Даже великие императоры. Они забывают, что все их царство принадлежит Богу. Все, что у них есть. Ну и красильщик ткани, он очень гордился, что он для Камсы лично, видите, совершал служение. Он отстаивал эту собственность царя. Говорит, это собственность царя, это не твоя Кришна собственность. Не узнал Кришну таким образом. Чувство собственности не открыло ему это. Но удивительно. Ведь он встретился с Кришной Матхури лицом к лицу. Нет, говорит, не удивляйтесь, Баситан Сарасвати. Говорит, не удивляйтесь, что кто-то уходит. Удивляйтесь, что кто-то остается. Сохранить такое видение могут только самые, ну, решительные, искренне преданные. Сознание Кришны очень легко потерять. Но тем не менее, видите, он удостоился личного даршана. Вот представьте, вы идете по улице, а навстречу Кришна идет. Может, вы даже не узнаете, но факт, вы получили даршан. Это что означает? Что какое-то благо все равно получится. Потому что он все благой. Какое же благо получил красильщик, сейчас мы прочитаем. Эти слова привели Кришну, сыну Деваки, в сильный гнев. То есть его гнев не отличается от блаженства и знания. То есть он абсолютен. Ударив красильщика ребром ладони, он снес ему голову. И тот упал замертво. Высочайшее освобождение получил. У всех на глазах. Так Господь Кришна подтвердил то, о чем говорится в Брахма-самхите, а именно, что каждая часть тела Господа способна действовать так, как Он пожелает. Без меча одним ударом руки Кришна отсек красильщику голову. Это доказывает, что Верховный Господь всемогущ, когда Он хочет, чтобы что-либо сделать, ему не требуется никакой помощи. Вчера мы читали историю о Шриле Прабхупаде, и там упоминает, по-моему, Шрута Кирти Прабху, может быть, о том, что Прабхупада любил слушать истории о Кришне, и мы читали эти книги. И особенно об убийстве демонов ему нравилось. И он всегда, когда Кришна убил какого-то демона, смеялся. Да, конечно, чувствую это тоже.
Все остальные серьезные, им жалко демона энергии. Вот не жалко совсем, понимаете? Демонов не жалко должно быть. Это весело очень. А как они еще освободятся, если Кришна их не убьет, скажите? Они сами не будут практиковать джапа-медитацию. На джапу не придут сюда. Будут критиковать, будут злиться, будут козни всякие строить. Поэтому надо приходить всем на программы. А иначе это самое... Иначе Кришна ребром ладони. И будет очень смешно кому-то. Представьте, кого-то Кришна бывает, а все смеются. Это как это такое? Это удивительная вещь, потому что когда Нарисимхадев разорвал Хираньякашипу, отца Прохлада, Прохлад нисколько не расстроился, он пошел с гирляндой. Это называется трансцендентные деяния Господа. Обычно же человек расстраивается, любит его отца, правда же? А Прохлад не расстроился, пошел поздравлять убийцу. Это был Кришна сам. Вот это вот наше сознание Кришны, видите. Вроде смешно, а смеяться ведь нечему. Но все равно мы смеемся, потому что это все духовно. Мы знаем, что красильщик не умрет. Ну, может быть, красильщик умрет, но душа его очистится. Такая жертва. При виде этого ужасного зрелища слуги красильщика разбежались. То есть испугались, бросив выстиранную одежду. Даже про Камсу забыли, видите? Что же не заслуги такие? Чуть что, сразу разбегаться в разные стороны, и даже одежду Камсу бросили на землю. Вроде слуги же. Вот преданный так не поступит, если Кришне служит. Прабхупад говорит, я вот, если бомба на голову упадет, я узнаю мне Кришну, я все равно буду для него качури готовить. Вот это настоящее служение. А это не служение. Чуть что, сразу разбежались. Кришна и Баларама сами выбрали себе наряды. Одежда же упала, это все. Ну, они там стали рыться, смотреть, какие тут вещи ценные. Рядом это красильщик с оторванной головой. Вот. Они на нее же внимания не обращают, их ткани интересные, понимаете? Наряды по вкусу. И надели их, стали одеваться. На месте прямо убийства. А остальные отдали пастушкам, раздали всем, которые использовали их по своему усмотрению. То, что они не взяли, осталось лежать на земле. Ну, так Кришна поступает. То, что нужно, взял, то, что не нужно, не берет. Не то, что берет, и то, что нужно, и то, что не нужно, все. Где-то хранит, прячет. Нет, ему ничего вообще не нужно. Затем Кришна, Баларама и пастушки проследовали дальше по главной улице города. Между тем один портной, преданный Господа, стремясь услужить Кришне и Балараме, изготовил для них превосходные украшения из ткани. Вот, пока это все было, представьте, он успел. Телокини бы не успел, мне кажется, сшить это все. Медленнее работает, но этот успел. В новых нарядах Кришна и Баларама выглядели подобно слонам, которых в день полнолуния и новолуния украшают разноцветными тканями. Вот я тоже не знал об этом сейчас, видите. Вот что-то мы же не знаем, что-то мы не запоминаем. Вот один из моментов, который я не знал, что в полнолуние и новолуние слонов нужно одевать красивой одеждой. Запомнили? У нас просто тут нет слонов, поэтому не обращаю внимания на это. Но мы же не собираемся здесь вечно жить, правильно? Мы должны готовиться жить с Кришной, а там слоны есть. Поэтому мы должны уже знать, когда туда вернемся. Если в полнолуние видим слона, нужно одеть его. Это нравится Кришне. Такие правила из культуры. Довольный портным, Кришна даровал ему сарупья мукти. Это означало, что, оставив свое нынешнее тело, портной обретет освобождение и новое тело с четырьмя руками.
точно такой же, как у Нараяны на планетах Вайкунтхи. Все, это была ему гарантия при жизни. То есть он продолжал жить, ну, свой срок. Но Кришна ему даровал все, он сказал ему об этом. Сарупья Мукти. Все, портной. Ни о чем больше можно не заботиться. Только служить Кришне можно все оставшиеся вот эти вот годы, которые ему остались. И ни о чем другом не думать. Нет никаких обязанностей больше. Все, освобожден. При жизни. Кришна также обещал ему, что до конца своих дней он будет жить в полном достатке и наслаждаться всеми земными благами. Кто хочет такое благословение получить? При жизни уже освобождение. И ни о чем не беспокоиться. В полном достатке, в богатстве, в процветании. Хочешь что-то? Надеюсь, же хочешь? Ишвария? Наталья Вика? Тоже хочешь? Мне кажется, что ты ничего не хочешь. Мне кажется, у тебя никаких материальных желаний нет вообще. Чистый преданный же не желает даже Сарупья Мукти. Освобождение. Ну, так или иначе, вот Кришна благословляет тоже. Даже он и не просил этого портной. Просто удовольствие доставил Господу лично. И как только Кришна принял, он его благословил в соответствии со своим верховным положением. Несоизмеримо, конечно, это щедрость. Ну, портной не ожидал такого, что просто если он ему какое-то украшение из ткани сделает, получит освобождение и богатство, все, что хочешь. Тем самым он показал, что преданные Господа, преданные обладающие сознанием Кришны, всегда смогут удовлетворять потребности своих чувств. Еще раз слушайте внимательно эту строчку. Преданные должны удовлетворять свои чувства, а не быть неудовлетворенными. Мы не идем путем аскезы, самоистязаний, этого вот отречения, где нужно подняться в горы, и там в ледниках, медитировать на ветру круглый год. Это ситхи, могущественные такие ситхи есть люди. Таким путем не идем. Вот Кришна говорит, всегда смогут, обладающие сознанием Кришны, всегда смогут удовлетворять потребности своих чувств. Один какой-то гьяни в Прабхупаде приходил. Ну и для того, чтобы гьяны, идти путем гьяны, тоже нужна аскеза, контроль там, языка, желудка, гениталия строжайший. Прабхупада ему проповедовал сознание Кришны, проповедовал ему, аскету, сидя за пышным столом, ел гулабджамуны. И тот так поглядывал, этот аскет вообще, гьяни, йог, там целибат, знаете, там сладкое, контроль. Языка желудка строжайший. А Прабхупада говорит, а я? Ты, говорит, пытаешься постичь абсолютную истину. Это очень трудно. Безличный браман. Бегите, говорится об этом. Клешо, это столько беспокойств. Кто идет таким путем, медитирует на браман, только беспокойство получает. А я вот эти гулабджамуны предлагаю Кришне, этому браману. А потом наслаждаюсь. Этот мистик понял, о чем Прабхупада говорит. Нужно контролировать чувства, нужно их занимать в служении. Чувства должны быть удовлетворены. Так, я до сих пор получаю какие-то письма, сообщения о том, что преданные не удовлетворены в сознании Кришны. Из-за чувств это происходит. Чувства не удовлетворены. Мы должны знать, как правильно, как цивилизованно жить, чтобы чувства тоже были удовлетворены. Кто-то понимает наоборот сознание Кришны. Чем хуже для чувств, тем выше думает сознание Кришны. Это так аскеты понимают. Так к браману идут, не к Кришне. А к Кришне путь, он радостный очень. Причем бесконечно, авьяям, неисчерпаемая радость. Чесукам картум авьяям, говорит. Картум – это исполнение. Когда человек совершает преданное служение, его чувства все заняты, ум занят, язык занят, все занято. Все доставляет радость.
Причем неисчерпаемую радость. Каждый день, сколько угодно. Насколько предаешься, столько получаешь, сколько хочешь. Если ты предаешься Кришне, так. Чувства занимаются преданным служением. И даже в простой обстановке человек может наслаждаться чувствами, если он в сознании Кришны. Потому что он по запаху Кришны. Одного этого достаточно, чтобы он был счастлив. Одного достаточно, запаха этого. Если он видит божества, и он сознает, что он Кришна, уже этого достаточно, чтобы он счастлив. Если он повторяет мантру внимательно каждое утро, конечно, это бывает трудно очень. И как бы даже вкуса иногда нет, просто потому что вот мы стараемся внимательно, не можем, не получается. Но это замечательно, и день будет хороший. Удовлетворение все равно будет. Потому что мы стараемся это делать. И, конечно, есть спонтанный уровень, когда человек уже без усилий воспевает святые имена в блаженстве. Разве тут речь идет о каком-то неудовлетворении чувств? Если его чувства уже не желают удовлетворения, а желают отдавать это удовлетворение. Вот так много. Это сознание Кришны. И вот так много оказывается. Может быть, не так много, но заполнено все. И возникает вопрос, а может больше? Сколько угодно. Это ум нам говорит. Ну, кажется, все, достаточно, я счастлив в сознании Кришны. Нет, это ум обманывает нас. Недостаточно. Кришна безгранична, недостаточно, если мы что-то поняли о нем. Недостаточно. Нужно больше. Нужно постоянно размышлять об этом. Непрерывно и постоянно. Вот это сознание Кришны. Не оторваться оттуда должно. Ну, во всяком случае, чистые, преданные, вот так говорят нам об этом. Мы их слушаем, мы им верим, потому что они удивительные качества проявляют. Они стали такими святыми, мы верим поэтому всему, что они говорят. Почему верим в Священное Писание? Потому что просто кто-то, вот изучая вот этого, становится святым. Становится святым. Факт. Значит, мы должны верить, что тут написано. Это называется священные тексты. Просто их изучая, человек становится святым. Просто читая, запоминая постоянно, регулярно, кто трижды в день там или каждый день эти истории как-то вспоминает, освобождается. Освобождается уже при жизни от всех дурных качеств, представьте себе, это факт. Нам не нужно проверять, куда он пошел после смерти. При жизни уже видно это. И тем самым он показал, что преданные Господа, обладающие сознанием Кришны, всегда смогут удовлетворять потребности своих чувств. У них будет все необходимое для жизни. А когда они оставят тело, то вознесутся на духовные планеты Вайкунтха-Локи или на Кришна-Локу, Галоку, Вриндавану. Конечно, Прабхупада питался как бы просто. Но как чистый преданный, возможно, он не просто питался. Потому что он стремился как бы Кришну видеть в этом. Он видел Кришну в просаде. И ему преданно приносили там на Западе, готовили всякие пирожные, торты, такие вещи. Особого приготовления, изысканные старались сделать. А Прабхупада говорит, спасибо, принимал это все. Потом сказал, вот мне тут много так всего хорошего готовят, вкусного. А я скучаю по картофельной чидве. Потому что мой гуру Махарадж очень любил картофельную чидву. Это сознание Кришны. И когда Кришна любит какое-то блюдо, именно вот мы знаем рецепт, и мы готовим для него это. Может быть, нам не нужно. Может быть, для нас тяжело есть самосы. Но если Кришна любит качори, мы просто для него приготовим. И мы готовим для него все как положено, по рецепту. Мы стараемся так, чтобы ему понравилось. Затем подносим. Предлагаем. Кришна, вот тебе подношение скромное. Вот.
Старался как можно лучше. Попробуй. Понравится тебе? И потом попробуйте. Вы сознаете там, конечно. Не ваша пища, но Кришна там есть. Может, вам здоровье не позволяет есть качори. Но так или иначе, вы всегда что-то съедите этого Махапрасада, потому что там Кришна особенно. Это тоже не нужно забывать. Мы же привыкаем готовить для своего здоровья уже, учитывая свое здоровье. Но что-то для Кришны нужно делать тоже. Только для него. В новых необыкновенных красивых одеждах Кришна и Баларама направились к цветочнику по имени Судама. Когда они приблизились к его дому, цветочник вышел на порог и с великим благоговением простерся ниц, приветствуя гостей. Он усадил Кришну и Баларама на почетные места и велел слуге принести цветы, бетель и чандану. Господь остался очень доволен таким приемом. Смиренно и почтительно цветочник обратился к Господу с молитвами. Очень необычная вещь описывается, ведь это столица Камсы. И мы видим, что люди не находились под влиянием Камсы. Они боялись его. Те люди, которым мы поднимемся из страха, они на самом деле не влияют на нашу жизнь. Они, может быть, препятствуют чему-то, но они не влияют на наше сердце. Им недоступно это, они не понимают нас. А мы их не понимаем. Удивительно, что в столице Камсы столько жило преданных. Как только там Кришна появился, все женщины поднялись на крышу, сказали, вот, Верховная Личность Бога, мы узнали его. Мы слышали каждый день эти игры вриндаванские. Камса с этим ничего не мог поделать, смотрите. Ничего не мог поделать. Он тотальную власть имел. Но вот этим он управлять не мог. Но Кришна только вошел в Матхуру, смотрите, вот уже сразу приглашают в гости, прославляют, узнают все жители Матхуры практически. И вот цветочник говорит, «О возлюбленный Господь, — сказал он, — теперь, когда ты появился в моем доме, мои предки и все, кого я чту как старших, радуются, обретя освобождение». Всех, кого чту как старших, смотрите, все. Внимательно слушайте. Все предки и все, кого чту как старших, радуются, обретя освобождение. Вот как все связано. В этом мире. Ну вот так здесь написано. «О возлюбленный Господь, — сказал он, — теперь, когда ты появился в моем доме, мои предки, этот дом же принадлежит предкам тоже, то есть нашим предкам, но потому что мы продолжатели их рода. Поэтому этот дом принадлежит Кришне, так? Но также и предкам. Поскольку это наш дом, в котором мы живем. Это тело дали нам предки, родители и так далее, и так далее. Вот о чем речь идет. Какая связь существует? Не только предки, но те, кого я чту как старших. Если заметьте такую вещь, замечали, может быть, такую вещь? Когда вы были детьми, вы видели старших, ну, в разных видах, не знаю, сейчас там кто-то кино смотрел, кто-то телевизор смотрел, кто-то на улице. У нас был большой как бы опыт. Мы видели прославленных актеров, допустим, хорошо. Они были старше нас. Сейчас, скажем, я уже старше по возрасту, чем они были в то время, а их уже на свете нет. Если я смотрю на их изображение, я все равно вижу старшего. Смотрите. Хотя я уже по годам старше, чем когда они были в то время. Я смотрю фотографии того времени. И я вижу, что это старший. Я не могу рассматривать его равным. Невозможно. О, какая связь получается. Тут оно упоминается. Очень важный момент. Мои предки и тех, кого чту как старших, радуются, обретя освобождение. В смысле, что он предков как старших чтет? Или еще какие-то? Вот здесь имеется в виду
И все, кого я чту как старших, и все еще, плюс ко всему, к предкам. Именно к предкам все это относится? Нет. Нет, смотри, короче, Андрика. В моем доме мои предки и все, кого я чту как старших. Другие, и все другие, кого я чту как старших. Не только предки. Кого ты уважаешь в жизни? Преподаватели, помнишь своих училищ? До сих пор? Вот они сейчас получают благо. Поскольку мы практикуем сознание Кришны. Что они тоже о нас заботились, что-то. Они же старшие были. Они же проявляли свою заботу. Все, вот, написано. А если они делают что-то плохое, они получают тоже результат этого? Ну, как-то связано. Это как тонким образом связано, это карма, тут трудно нам понять, как связано, но да, тонкие законы. Кто-то вот как это анализировал, я не знаю, мы слышали эти вещи, я повторял, что электрификация всей страны, Ленин сказал, так? И мы зажигаем сейчас электричество, чтобы служить Кришне. Он не для этого электричество нам дал. Он об этом не думал. Но поскольку мы используем его вклад, он получает благо. Ну и также есть плохие вещи, которые он давал и люди делают, он тоже получает реакцию за это. Как? Царь, одна шестая благих дел идет к нему от его подданных, и одна шестая греховных поступков. Он получает эту карму. Много кармы получает такой человек. Конечно, радостно, что президент России сейчас цитирует Священное Писание публично. Это никогда такого не было. О Господь, ты верховная причина всех причин в материальном мире. Но заботясь о благе обитателей земли, ты явился вместе со своими подданными полным воплощением, чтобы защитить тех, кто предан тебе, и уничтожить демонов. Ты друг каждого, поэтому одинаково относишься ко всем. Он мог бы демонов не убивать сам, но он лично пришел к преданным и лично пришел к демонам, равно. Ты сверхдуша, и ты не проводишь различия между друзьями и врагами. И все же своим преданным ты с радостью даруешь плоды их служения. Прошу, Господь. Скажи, что мне сделать, ибо я твой вечный слуга. Для меня будет большой честью исполнить любое твое повеление. Вот так Судама обращается к нему. Например, портной, он не спрашивал, что ты хочешь, просто сам изготовил украшение и украсил. А Судама спрашивает, допустим, вот такой еще тип есть преданных. Он выразил несколько слов, которые описывают того, к кому он обращается. Он показывает, что он сознает эту личность, его истинное положение, что ты сверхдуша, ты равно ко всем относишься, но преданных ты особенно. То есть он коротко выразил. Все, встреча была как бы на высоком уровне. Но при этом он спрашивает, что я могу сделать для тебя. То есть он в настроении служения, он как бы больше нейтральная раса. Примись служение с нейтральной расой. То есть я сделаю то, что ты хочешь. А, например, портной, он сделал сам это служение, не спрашивая. То есть есть разные виды, видите, служения. Разные подходы к преданному служению. Цветочник Судама был безмерно рад видеть Кришну и Балараму в своем доме. И чтобы осуществить свое самое сокровенное желание, изготовил две прекрасные гирлянды из цветов и преподнес им. Но он же был цветочником, сделал гирлянды. Кришна и Баларама были очень довольны искренним служением цветочника. Кришна похвалил его и дал ему свои благословения, поскольку он всегда готов благословить тех, кто предан ему. В ответ цветочник выразил желание вечно оставаться преданным Господа и своим служением приносить благо всем живым существам. Вот что цветочник стал делать потом.
приносить благо всем живым существам. Отсюда яствует, что преданный, обладающий сознанием Кришны, не должен довольствоваться лишь собственными успехами в преданном служении. Он должен трудиться на благо других. Это то, что мы боимся говорить. У нас как бы безопасно говорить, что Кришне, что всем живым существам. Считаем, что это неправильно. Вообще, если человек обретает сознание Кришны, здесь говорится, он желает служить и всем тоже. Ну вот, во всяком случае, в отношении прасада многие преданные уже так действуют. Быстро причем это происходит. Пробуют прасад и хотят распространять его всем. Это факт. Вот в этом плане, как мы видим, много примеров. А вот в других планах сложнее. Тот, кто угостил прасадом и ушел, ты не контактируешь. А вот контактировать с людьми ради их блага труднее. Нужен опыт. К примеру, цветочника Судамы следовали 6 Госвами Вриндавана. Поэтому в молитвах, прославляющих их, говорится «Локанам хита каринау» – «Вайшнавы, преданные Господа, не корыстны». Все, что они обретают по благословению Верховной Личности Бога, они стремятся раздать всем и каждому. Это величайший из всех видов благотворительности. Довольный цветочником Господь Кришна не только дал ему те благословения, которых он просил, но сверх того одарил его материальным богатствами, счастьем в семейной жизни, долголетием и всем, чего желало его сердце в материальном мире. Все материальные желания дал ему тоже исполнение, что он хотел. Это Матхура, отметьте, это не Вриндаван. В Вриндаване таких примеров нет. Мы читали, что такое Вриндаван. Там нет красильщика ткани, там нет портного, там нет цветочника суда. Это все как бы служение. Дасья раса. И Кришна, он ходит к этим преданным, смотрите, с друзьями вместе. С друзьями он не разлучается. Вместе с ними ходит, с друзьями, в окружении друзей. У него есть свои спутники вечные. А Матхури он навещает этих преданных и благословляет. У них еще есть материальные желания, они получают их. Все благословляют. Вот, глава 42 будет следующей потом. Это будет событие невероятное, конечно. Потому что будет называться «Кришна ломает лук на жертвенной арене». Кришна продолжает, в общем, хулиганить Матхури. Ну как, бесчинствовать, да, с точки зрения царя, это будет бесчинство, бесчинствование. Потому что этот лук был частью этого как раз великого праздника. Лук Господа Шивы, насколько помню, хранился у Камсы, такая реликвия была. Он гордился этим. Этот лук, лук как бы защищал Камсу, его царство, одно его присутствие. Размеры был в 4 пальмы, по-моему, или несколько пальм. Вот на жертвенной арене. И там предполагались какие-то особые обряды этому луку, поклонение, прежде чем начнутся состязания. В общем, там вот этот праздник великий собирался. Ну, Кришна, видите, праздник нарушил. Он просто подойдет к этому луку, сломает его, это вот будет описываться. Вот. Жители, конечно, увидят, что есть одна личность среди них. Это Кришна, которую мы столько слышали. Из Вриндавана, который абсолютно не боится Камсы. Делает, что пожелает. Ничего не боится. Ну, здесь мы остановимся. Это глава. Так, в книге Бхактивиданта Кришна Верховная Личность Бога заканчивается. Глава 41. Кришна вступает в Матхуру. Такие события. Будет ли вопрос? Подскажите, пожалуйста, как увидеть в другом человеке личность и увидеть частицу Кришны? Для этого нужно что-то, ну вот, делать для этого человека. Духовное служение какое-то нужно делать.
Хороший вопрос, конечно. Хороший вопрос. Это вот трансцендентное видение. Эго ложное очень сильно, очень могущественно. Оно под управлением Господа Шивы находится, поэтому никто не властен над этим элементом. Ни одно живое существо. Ну, кроме Кришны. Кришна выше. А вот выше Шивы никого нет, кроме Кришны. Ни Господь Брахма, никто. Это Шива Татва. Именно он ответственен, он управляет Аханкарой. Поэтому его называют отцом всех живых существ в материальном мире. Душу он не является источником души, он сам энергия Кришны тоже, Шива Татва. Но в материальном мире он отделяет ложное эго каждого. Все под его контролем Аханкары находятся. Поэтому к нему обращаются как к отцу всех живых существ, Господу души. И вот в силу этой Аханкары мы обращаемся к Кришне, не только к Кришне, но и Шиву почитаем как великого преданного. О нем немало историй в Шримад-Бхагаватам, связанных с Кришной, Господи Шиве. И преданные, они к нему относятся с благоговением, потому что он величайший преданный во Вселенной. Неслыханная личность. Ему поручено разрушить Вселенную в конце творения. Он не имеет никаких привязанностей к материальному вообще. Брахма не смог бы разрушить свое творение, но было бы трудно ему это сделать. Творец. Ему верена другая гуна. Творение, да. Гуна, творение. А Господь Шива не привязан ни к чему. И вот мы медитируем на непривязанность самого Господа. Вот так мы избавляемся от аханкары. Неблаготворной деятельностью преданные не занимаются. Если даже занимаются, они ее трансформируют в благотворную. Они плоды этого труда все равно посвящают Кришне служению. Так очищают они свою деятельность. Это преданные. При помощи бхакти-йоги. Поэтому просто усилием как бы зрения или ума, или разума мы не сможем увидеть душу. Теоретически можно настроиться на какое-то время, но так, чтобы увидеть душу, частичку Кришны, нужно служение. Много служений, долгое время. Был случай какой-то, эту историю слышал я всю, не помню, а это очень большая история, интересная. Из каких-то Пуран, не знаю, рассказывал когда-то Сухотра Махарадж, когда приезжал к нам в Петербург. Нет, в Петербурге не был, это рассказывал Барри. О, я вспомнил, это был один американский бизнесмен, который приезжал с Махараджами. А он слышал от Сухотры с вами, он нам целый час или два рассказывал эту историю, захватывающую историю. Но всю ее сейчас не помню. Сюжет был таков, что там была одна очень красивая девушка, дочь какого-то царя. Небольшое царство там было. У этого царя была дочь, красавица. И, конечно, желали ее руки многие царевичи. Не один бандит там, у него была шайка, разбойник. Они грабили людей там, всех богатых. Тоже влюбился в нее. С этого начинается его история об этой личности. Как он стал преданным. Этот бандит-грабитель. Ну, там эти царевичи, они были благочестивые, более-менее нормальные люди. Вот, хороших качеств, способностей. А это был бандит. И вот эти царевичи даже побаивались. И вот он пришел к этой девушке. Где-то, он ее ограбил по дороге, да. Кортеж ее остановил. Вот. Стал грабить и увидел ее. Сердце его растаяло. Он говорит, прими мое предложение, руку и сердце. Хочу на тебя жениться. Любое твое желание выполню.
Я необычный царевич какой-то, у меня, я беспредел, я крутой. Царевич не все может, я все могу. Обещаю, будешь жить, в общем, как хочешь. Все твои желания буду помнить. Всю жизнь. Она на нее посмотрела, она была преданной. И он и привлекся как раз ее красотой, вот этой чистотой. Она заметила, что это не просто вожделение, а у него есть вот чувство духовного этого человека тоже, этого бандита. А хорошо, я согласна, говорит, только одно условие. Я выйду за тебя замуж. Если ты станешь вайшнавом. Вайшнавом сказать? Это как? Тебе не нравится, чем я занимаюсь? Смотрю, у меня есть все. Нет, вайшнав круче тебя. Круче любого. Она описала качество вайшнава, он задумался. Так кто же такой вайшнав? Она ему про Бога ничего не стала говорить. Она говорит, вот сначала ты омой ноги тысячи паломникам, браманам, и накорми их. А потом я тебе расскажу, как стать вайшнавом. Вот тебе сначала задание такое. Но он был настолько влюблен, что начал, немедленно принялся за работу. Он организовал свою банду, отлавливал всех браманов-паломников. Они их захватывали, связывали, тащили. Ноги брали их, мыли их ноги, кормили их просадом и отпускали. Все были в шоке. Что за бандит вообще странный? Ловит тут, отлавливает, кормит. Вот этот эпизод, я вспомнил с той историей. Она длинная очень. Он столько приключений у этого человека было, боже мой. И он стал потом вайшнавом в конце уже. Но сначала он это практиковал необычными образами, как понимал просто. Мы же приходим со своим пониманием. Я замечал это, когда ездил по России, что вот в Центральной России преданные со своим пониманием служат. А вы, если на Орал приедете, другое понимание. А если в Сибирь приедете, там было третье понимание. Этикет совершенно другой. И они были убеждены, что это правильно. А если там еще вы видели другую атмосферу. А если в Европу, там все не похоже. Это вот все, это материальные наши привычки, обусловленности. Мы с этими привычками служим Кришне. Это еще не чистое преданное служение, не совсем правильное. Но мы продвигаемся. Мы соблюдаем правила предписания, да. По-своему, как умеем. Внешне мы уже одеты и сидим, слушаем. А в уме у нас... Надо ум выводить на телеэкран. Во время класса Бхагавата нужно большой экран сделать и каждый ум вывести туда, вот, чтобы все видели, да, кто о чем еще думает, когда присутствует на Бхагавате. Вот тогда будет понятно, какое у нас преданное служение. Вот. Но об этом лучше не говорить и не выводить на экран, конечно. Лучше держать при себе сейчас эти вещи. То есть мы контролируем свои чувства. Именно для этого Кришна сделал ум невидимым. Он создал его невидимым. Чтобы могли контролировать эти вещи, держать при себе. Чтобы никого не беспокоить, никого не пугать. Еще вопросы есть? Как прийти с платформы ума, научиться чувствовать свое сердце, как практически это осуществить? Как практически сойти с платформы ума? Нужно время большое, долгое время нужно. Ум, если даже вы победили его сегодня, не означает, что он уже побежден. Даже есть целые периоды, когда как будто ум под контролем находится. Потом вы обнаруживаете, что у него ресурсов еще больше добавилось. Силы. То есть сколько, как его силы, мы не знаем. Практически безгранично. Это энергия Кришны. Вот. Поэтому просто держать ум под контролем не представляется возможным постоянно. Только занять его преданным служением. Вот. Но это требуется время. Чтобы это происходило физически, то есть спонтанно,
без того, чтобы заставлять его делать, это требуется время. Заметьте, прежде чем что-то делать, мы думаем. И вот чем больше мы думаем, тем сложнее нам действовать. Поэтому нужно знать, не думать, а знать. Берите шастры, слушайте наставления ачарьев, знайте и действуйте. Когда вы много думаете, вы не сможете активно действовать, неэффективно. Это также в любой деятельности, где мы хотим достичь успеха. Слишком много уходит на сомнения, на эти вот размышления, на нерешительность, вот эта вещь. Я наблюдаю за павлинами. Это нужно терпение иметь, знаете, быть в благости, чтобы наблюдать за павлинами. Там бросите им, скажем, виноград. И появляется павлин. Когда он начнет есть, боже мой, я уже вот положил, вот ешь. И в обратную сторону. И потом раз, схватил как-то. Ой, боже мой, все нервы вымотает. Будет есть, не будет есть, непонятно вообще. А тут еще цесарка, еще хуже. Вот стоит, представьте, вот прыгает уже. И опять куда-то. Ну когда же ты прыгнешь? Вот, может так полчаса. Еще хуже, понимаете? Невозможно общаться. Сколько нужно терпения? Природа такая. Ум такой. Если вы не павлин, вам очень сложно с павлином общаться. Если вы не цесарка, о, нет. Не моя порода вообще. Не моя гуна-карма. Вот есть такие приятные тоже. Пойду на санкиртану. Оп. И уже чем-то другим занялся. Нет, я пойду на санкиртану. О, уже лапу подняла. Ой, ой, боже мой. Если такие мальчишки говорят, тебе в армию надо, в армию срочно вообще. Я только засомневаюсь, сразу пинка под зад, сразу же. Чтобы даже ты не думал ни о чем, просто приказ выполняешь. Вот у нас что-то подобное вот помогает нам, когда мы уже понимаем, шастры хорошо, глубоко, у нас нет сомнений. Мы становимся как бы вот, ну, свободными от этих вещей. Что очень много уходит времени, энергии на сомнения, на размышления, на споры, на разъяснение всех этих вещей. Потеря энергии. Ну, в сознании Кришны это тоже нужно пройти, прожить. Это не просто потеря энергии, это, ну, процесс тоже. Самоосознание. Но есть уровни уже более свободные от этих вещей. Когда вы над такими вот простыми вот сомнениями там, или разговорами какими-то, или чем угодно. Есть пример, когда ракета вот отрывается от Земли, да, вот нужно подняться в стратосферу или на орбиту Земли, туда высоко, то когда она поднимается, она требуется очень большого выхода энергии. Преодолеть земное притяжение этой массы ракеты там, с топливом, то есть такое устройство должно быть сложное, и много-много энергии требуется, чтобы вот просто вот ее поднять, точный расчет, в общем, очень трудное дело осуществить это. Сопротивление воздуха, она скорость набирает еще, воздух сопротивляется, там нагревается обшивка, то есть много всяких факторов. Это требует большого выхода энергии, вот большого труда. Но когда она сбрасывает эти ступени, уже набрав скорость и поднимается туда, где нет воздуха и земного тяготения, она не требуется никакой энергии для того, чтобы она пересекала пространство. Движение, говорится, чистого преданного сравнивается с такой свободой. Это не требует усилий. Преданное служение не требует усилий, а она, наоборот, дает нам все необходимое. То есть на таком высоком уровне даже преданные мало едят, мало спят? Ну, на таком уровне, как шестеро госвами, да? Да? Да. Не требуется и столько пищи, и сна. Как Наратамдас Такур, когда он принял омовение в реке Падма, и вот оттуда явился ему явление было Господа Чайтаньи, который обнял его.
С этого момента он практически перестал спать, есть. С этого момента он полностью изменился. То есть вот говорили сегодня то, что преданные, ну, с чувствами не могут, в смысле не занимают и не наслаждаются чувствами. Бывает такое, что искусственно начинают следовать аскезу. Мало есть, мало спать. Ну и преданные, начиная свой путь, могут так понимать преданное служение. Это нормально. Потому что они знают, ситхи есть какие-то, у них есть желание ситх, потом они понимают очищение какое-то нужное им. Они стремятся какие-то аскезы принять для себя. Это хорошо. Экадыши, они постятся в сухую, вот такие преданные. Это хорошо. Для очищения тоже хорошо. Потому что это садхана, это усилия. Они показывают, что у них есть это искреннее желание двигаться. Но понимания еще нет полного, понятное дело. Но они действуют. Это все принесет тоже им пользу. На другом уровне они не совершают аскезы в том смысле, что они не стремятся к ним, не совершают усилий. Для них это не является аскезой. Аскеза не как цель. Да? Если, да, Рупа Госвами ел там, скажем, пил пахту раз в два дня или раз в день, то для него не было аскезы, он не думал об этом, не совершал усилий. Забывал об этом просто пищу. То есть был настолько поглощен сознанием Кришны. Нужно знать, что наше материальное существование не пострадает, если мы будем поглощены сознанием Кришны. Если мы поглощены сознанием Кришны. Если будем поглощены внешним отречением, можем разрушить многое. Потому что это еще не сознание Кришны. Это внешняя практика, которая тоже способствует, но все же мы должны знать цель выше, цель ставить выше. Почувствовать Кришну надо. Вот эта цель. Я слышал, что наставления старших в ятре нужно воспринимать как наставление гуру. Что делать, если эти наставления от разных личностей диаметрально противоположны? Нет, буквально не нужно воспринимать как гуру. Нет, они в жизни могут ошибаться еще. Просто уважение к ним нужно оказывать соответствующее. И когда они говорят, дают вам наставления абсолютные. Да, можете принимать это как наставление духовного учителя в этом смысле, в этом смысле. Но у них есть свои, может быть, недостатки, вы видите, или противоречия. Вот в этом смысле вы их не принимаете как гуру-татву. Тут нужно дифференцировать, как бы различать. Требуется разум. Я могу понимать свою мать как гуру тоже. Не означает, что я каждое слово ее выполняю беспрекословно. Допустим. Но в целом ее положение понимаю как положение учителя для меня. Поэтому это не одно и то же, что дикша-гуру, скажем, или шикша-гуру такого уровня, или старший наставник. Это не уравнивать эти вещи. Принцип, да, принцип таков, но есть и различия. Мы носим сари и дхоти, играем на караталах и мриданге, стараемся готовить ведическое блюдо. Именно такая форма культуры. Почему таким образом? Потому что нравится Кришне. Почему именно так? Да, почему вот именно каратал, мриданг, дхоти, сари, ведическое блюдо. А почему по-индийски? В этом вопрос. Такая форма культуры, да. Это не индийская культура, это ведическая культура. Нет, это не индийская культура. И она практикуется на территории Индии, в климате Индии это происходит. Если вы будете жить в климате Индии, вы, естественно, будете и одеваться по-другому, и питаться по-другому. Я жил в Индии полгода.
И сначала я как бы готовил что-то вот, ну, привычное, что обычно мы здесь делаем, но там это невозможно, нет. И через какое-то время вы понимаете, что нужно питаться именно так, как в том климате питаются все. Вот это вопрос как бы климатических условий. И вегетарианство. Например, если вы вегетарианец в России, это одно. Вы не будете полноценным человеком, если будете практиковать вегетарианство в соответствии с этим климатом, российским климатом. Здесь, скажем, многие специи просто не растут, многие вкусы вы не получите. В этом климате, в северном, ну, здесь это Казахстан, южный климат тоже, а вот Сибирь взять, скажем, регионы такие вот северные, да, российские, там более, ну, более скудное, да, то, что природа дает, и немножко другая гуна. То есть требуется другая культура вегетарианства. Но поскольку сейчас мы имеем снабжение мирового, как бы вот этого уровня, стандарт, нам доступны сейчас любые специи, вот, которые в Индии растут и так далее. И мы можем готовить уже ведическую кулинарию здесь. Потому что климат цивилизованный, наиболее подходящий для духовной жизни, для цивилизованного общества, это климат вот в поясе Индии. А уже северные регионы, они не предназначены для духовной цивилизации, а там нужно больше сил для выживания. Больше сил для выживания. Вы не сможете жить в лесу, скажем, как отшельник, просто в каком-то этом шалаше круглый год. Вы там умрете зимой. Это один из примеров. Поэтому именно климат определяет как бы религию, законы, по которым живут люди, как они питаются. Недавно обсуждали, что в некоторых степях, где песчаные барханы, пророк Мухаммед завещал омовение делать песком, потому что нет воды достаточно. Песком можно омываться. В Ведах тоже говорится, если нет воды, песком можно омыться. Если нет песка, то пылью можно омыться. Ну, то есть это климат определяет как бы, вот, какие-то правила образа жизни. Если вы хотите узнать как бы, вот, самую максимально проявленную культуру в кулинарии, в одеждах, во всем другом, то обратитесь как раз вот к корейской культуре. Там максимально выражена духовная культура. Потому что она индийская, потому что она арийская. В том климате, где есть возможность максимально, скажем, трижды омовения в день. Там воды много. В Индии в любом месте будете скважину и воды сколько хотите. Все доступно. 6 урожаев в год. Нет, 4 урожая в год, 6 сезонов. 4 урожая в год земля дает. Круглый год вы получаете что-то. Есть зимние там питания, летнее питание отличается. Они все это учитывают, сезоны, специи, все это отличается. Это климат. И в том климате видите, что разнообразие для счастья гораздо больше, чем в других регионах. Да, от той же пищи, от того же искусства, от той же музыки. То есть в том климате, в тех правилах, там много тонкостей. Поэтому не спешите назвать это просто индийским, да? Что-то придумали индусы. Не придумали, это климат определяет, условия. Индия — это сердце планеты, там условия как бы наилучшие для духовной практики. И в большей степени проявлены. Поэтому мы тоже это используем, поскольку стали доступны эти моменты. Что касается пищи, точно доступны стали и специи нам, и продукты необходимые. Такой пример. Но с другой стороны, Прабхупада говорил, неважно, как вы одеваетесь. Он, кстати, не заставлял преданных одевать дхоти, вообще этого не говорил. Он смеялся, удивлялся, говорит, вы сами стали это делать. И смеялся, говорит, я же вам этого не говорил, но вы сами стали это делать. Кому-то он сказал, говорит, вы можете Кришну сознавать его в этом костюме. Когда кто-то сказал, у вас какие-то одежды странные, западные люди. Он говорит, ну, вы можете Кришну сознавать в этом костюме. Еще есть вопрос? Как отличить желание от набора мыслей? Как создать истинное желание? Как очистить желание от вожделения и привязанности к его исполнению? Не всегда плохо. Хорошо. Вожделение — это наше тело.
целиком. Если хотите знать, что такое вожделение, вот знаете, это целиком наше физическое, биологическое тело, связанное с умом и разумом, где вожделение занимает столичное место в разуме, в чувствах и уме. Все это она как раз захватывает. Поэтому все наше тело есть вожделение. Когда мы говорим, что в этом мире нет любви, есть вожделение, что имеется в виду? Любовь есть. Куда ее деть? Она есть в сердце, души, неизменно. Но на основе вожделения находится, на платформе вожделения находится. Вы хотите уничтожить вожделение? Тогда ничего не получится вообще. Вы станете камнем бесчувственным. Что нужно сделать на самом деле? Если наша према сейчас базируется на вожделении, мы должны просто трансформировать, чтобы наше вожделение базировалось на преме, наше тело. Вы не можете его просто взять и уничтожить. Это невозможно. Тогда нужно уничтожить тело, ум и разум, все на свете. Но мы берем сознание Кришны, которое проникает в глубину сердца, туда, глубже, чем вожделение. Вот эта платформа. У собаки та же самая любовь, что и у нас. Только на платформе чувств сильнее. Все то же самое у всех. Платформы разные. Об этом в Гите Кришна говорит, что есть зеркало покрыто пылью, есть огонь, покрытый дымом, и зародыш в утробе матери, покрытый чревом. Три состояния бытия. Но у всех одинаковое, там любовь к Богу дремлет. Покрытия разные. Собака чувствует любовь к хозяину через его запах. Но уже чужой запах она ненавидит. А любовь та же самая. Тело другое. Попытайтесь понять эту вещь. Это тоже любовь. Когда она лижет руки хозяина, она же чувствует вкус языком солоноватый. Очень привязана к этому. Очень сильно привязана к этому. Что он ее воспитал, этот запах, этот вкус, запах человека, эти руки. Она предана ему полностью. Но любит через запах. То есть на платформе вожделения. И ей не представляется возможность изменить это никак у животного. А вот человек, да, он сможет отличить вожделение от любви, разобраться в себе и платформу поменять вот эту. То есть вожделение, базирующееся на преме, безопасно. Становится чистым. Вожделение – это все наши чувства. Это все наше тело. Целиком. В шастре, когда говорится, что тело человека, любого живого существа, это воплощение его гениталиев. Бхагаватам Сарасвати это комментирует. Как бы считается не очень корректно такое выражение, но шастры так говорят, утверждают. Это все проявление вожделения. Одна анартха. Из нее произрастают все остальные другие. Поэтому, когда мы говорим о вожделении, тут будьте осторожны. Тут нужны знания, как с этим быть, а не просто как бы настрой против, фанатичный. Так мы не победим вожделение, потому что настрой фанатичный против – это тоже вожделение. Получается, наша задача вот это вожделение трансформировать в любовь к Богу, правильно? То есть вот эти все чувства наши, через них почувствовать вот эту любовь к Богу. Другими словами, да, другими словами, философски, если говорить. Я тело, и у меня есть душа. Это вожделение. Но я душа, у меня есть тело. Это любовь. Вот вся разница. Тело остается. Все остается на месте. Порядок меняется. Хозяйка становится душа. Мы говорим, вот человека мы не замечаем вожделения. Есть материальное тело, а вожделение не замечаем. Так, ага. А вот хотелось
спросить про поводу чтения книг Шри Прабхупады. Вот мы понимаем, что чтение это важнее, чем слушание лекции Шри Прабхупады. И есть такое мнение, что... Почему важнее? Кто говорит так? Мы размышляем, так, читая книги. Не говорите так, что это важнее. Тенденция у определенного уровня преданных потом пренебрегать лекциями. Ну, и то, и то. Это одинаково, все на одном уровне. Ну, не на, мы же всегда делаем упор на книги. Ну, то есть всегда слышу духовных учителей, и что книги важно изучать. А потому что умеем читать. Есть преданные, кто не умеет, например, в Индии, в других регионах не умеют читать, грамоте не обучены. Они слушают. Не говорите, что это важнее. Вот, ну, такой подход, ну, может быть, но пока мне не очень нравится, потому что следствие, последствия не очень хорошие. Вот на курсе для программы инициации там как раз ответ такой преданный составили, что не читать нужно книги, а не читать там. А не слушать лекции. Письма, лекции. Ну, тоже. Ну вот я про это говорю. Вот сейчас начнется вот это. Вот нельзя это преданным давать такие расклады. А потом мне, я как бы потому что фанатикам такие вещи не даются. На какой-то момент это может сказать кто-то, чтобы поправить положение, но фанатичный преданный поймет это неправильно. Он, потому что он все остальное забудет. Письма читаете, то не делайте, лекции не так важно, только книги читайте. Это вот такая вот сейчас пойдет глупость. Это не то, что второго сорта все стало. Вдруг письма Прабхупады обесценились, да? И лекции тоже не так важно. Как? А как голос Прабхупады? С чем его сравнить? Подождите. А как его письма? Это личное общение. Как вы можете это все поставить в какую-то очередность? Фильмы о Прабхупаде тоже. Все, что связано с Прабхупадой, имеет. Потому что в одно время, почему книги стали перечитать и читать преданность? Знаете почему? Раньше же читали книги мы. Все читали книги. За поями читали книги. Самая читающая страна России. А потом сказали, что ты читаешь, и там ты выдумываешь что-то. Слушай лекции Прабхупады, там голос чистого преданного. И что ты время напрасно теряешь, сидишь, читаешь. Лекцию же послушал. Иди служи. Вот так было. Вот поэтому... Неопытные преданные, они могут так забыть под влиянием какой-то проповеди. Давайте рассматривать все на одном уровне. Это имеет одинаковую духовную ценность. Все это духовно. Но если вы видите, что кто-то не читает книг, вы говорите, как важно читать книги Прабхупады. Если видите, что кто-то лекции не слушает, говорите, как важно слушать лекции Прабхупады. Должны все это сбалансировать вместе. Вы рассказали сегодня, по какому блюду скучал Прабхупада. А могли бы вы поделиться с нами, по каким блюдам вы скучаете иногда? Что вы любите? Со мной все просто. Скучаю пока... Не скучаю, не, меня тут кормят хорошо. Тут не соскучишься, тут такое понаготовят. Нет, нет такого сейчас. Может, есть какой-то, который вы особенно любите, блюдо? Все, что хорошо приготовлено. Любое блюдо все хорошо приготовлено. Когда мы были в Италии, мы оценили итальянскую кухню, допустим. Здесь, в России, ну, то есть, или в Казахстане, тут уже не все могут готовить итальянскую кухню. Но тут готовят, скажем, там, манты лучшие. В России, если скажете манты, если скажете борщ, там сделают хороший борщ. В Узбекистане, там, если плов не приготовили, то нечего будет есть. Нет, там еще у них лагман, там еще что у них? Шурпа? Шурпа. А здесь дамлюма. Тут есть ценности, видите? Но то, что умеют как раз здесь готовить. Борсаки, да, тоже. Вот это здесь хорошо готовят. Вот в этой области. Если в Индию поедете, там, конечно, вы есть
другое. Там хорошо готовят другие вещи. Поэтому все, что хорошо приготовлено. А все, что плохо приготовлено, любое блюдо, если плохо приготовлено, часто бывает, что когда мы преданных просим что-то приготовить, и объясняем как, они очень плохо это делают. Ну, они скованы этими страхом, да, как это сделать, чтобы... Не получается ни у кого вот такие. Поэтому мы сейчас ничего не говорим. Я сказал, говорю, Чандрики, никогда не говори, что нужно и как готовить. Они все, все испортят. Продукты все испортят. Пусть готовят то, что нехорошо получается. Вот это всегда хорошо. Когда меня спрашивают, я потом говорю, и как это рецепт, ой, такой ужас делают, ужас просто делают. Потом, когда повар боится, это уже не повар. Когда вы страх едите, это уже не просад. Повар должен быть злой, такой немножко, знаете. Его хорошо разозлить перед тем, как готовить. Чем-нибудь позлее сделать, он очень здорово приготовит, когда злой. Злой, смелый и так далее. И Прабхупада еще сказал, что вы всегда будете хорошо себя чувствовать, если будете сами готовить себе. Потому что, чтобы не приготовили сами, вам будет нравиться. Ну вот на этом все. Уже о просаде заговорили, поэтому... Шрила Прабхупада ки джай.